С вами Фокса, и я продолжаю репортажи со своей фермы. Так, сегодня событие какое? Ну, не знаю, повезет ли сегодня, не повезет. Сейчас запущу. Если бы уже хотя бы два было. Так, ну, конечно, тоже хорошо, но я бы хотела все-таки получить разрешение на расширение. Так, ну что здесь? Ну, понятно. Так, ну что, давайте я попроверяю, что у меня везде творится. Так, что тут у меня? Пчелы. Так, значит, посмотрю, что здесь у меня. Здесь я вроде все сделала, да? Но тут пока у меня нечего делать. Ну, да, так, запасы пока есть. Переходим к более серьезным вопросам. А, стоп, я хотела вот что сделать. Вот, посмотрите. Так, я хочу отправить корабль. Следующий тоже достаточно легкий, как вы видите. Так, и что теперь? Ну, я с вот этих новых немножко путаюсь. Ну, вот рыба. А что тут у меня? Ой, да, до второй звезды еще тоже далеко. Так, вот у тебя пока ничего. Так, а вот это вот у меня и первой звезды нету. Да, 10 часов осталось до первой звезды. Ну, вот эти вы видели, отдала. Ой, сколько сыра приходится тратить. Как жалко. Идти мясо нужно. Так, давайте я сейчас соберу мясо. Так, ну как, ну давайте я запущу здесь вот две, и здесь вот три. Вот так. Я, в принципе, не тороплюсь, думаю, что мясо успеет приготовиться. Так, соусами я позже вернусь. Так, могу сделать, да, у меня пока мед есть еще. Так, давайте смотреть. Нет, давайте я вернусь к соусам позже. Это что я хотела. Давайте вот сделаю пока такую еще лапшу. Проверю, что здесь кроме грибной нужно делать. Так, видите, всего одна осталась. Все. Здесь все хорошо. Этих я уже даже запасом сделала немножко. Чай. Вот интересно, надо что-то будет делать или не надо? Ну, а надо, все-таки надо. А вот. Раз, два, три и четыре. Так. Что я хочу здесь? Здесь я ничего не хочу. Все прекрасно. Так. А, мед еще есть у меня в запасе. И надеюсь, что здесь у меня уже будет все. Да. Наконец-то здесь уже все восстановило. Хо-хо-хо-хо.
Так, ну вот я, наверное, буду сейчас майонез делать. Смотрите, сюда нужна такая лапша еще. Ладно, то я запущу и буду делать. Вижу вот эти соусы. Так, ну тем более ничего нормально. Так, ну колу, ну что ж, нам надо делать по-любому. Что еще остается делать? Ну, здесь я уже все порядок навела. Только проверить вот что. Вот раз. Видите, не хватает еще. А, ну да, то я помню, что я отдавала где-то кому-то в городе. Ой, а, ну тогда -то я на пароход отдала. А я уже перепугалась чего-то. Так, здесь у меня, так, здесь все. Ну, тогда сейчас клубнику посмотрю. Так, запишу, просто чтобы работало для опыта, а там, если надо, то добавлю. Так, у меня уже появился мед, поэтому я могу сейчас сделать то, что здесь у меня закончилось. Так, что делать здесь? 10 этих, 10, так смотрите, если я сделаю это, я уже все запасы мороженого восстановила. Все прекрасно. Ну, знаете, я пока не буду. А вот видите, я не хотела делать. Вот сразу 3 виноградных сока я запустила в работу. Так, это мне для города нужны такие морковные тортики. Так, вот остальных и не надо. Посетители города у меня 3 тортика заказали, а их у меня нет. Ну. Так, сейчас посмотрю, что с этих. Знаете, что бы я сделала? Я бы вот, ну, пока есть небольшие запасы сыра, я сделаю вот пиццу. Так, ой. Шарфик один, да. Это, наверное, в городе где-то. Я думаю, магазин подарков такое вот. Может его собрать. Так, здесь у меня так аж удивительно. Так, ну что, давайте я запущу рыбные, как раз у меня рыбы хватает, вот полностью рыбы я и... А, вот тут рыба нужна опять. Ладно, буду сниматься уже этой частью, только самый последний. Так, ну, у меня вот, кажется, позаканчивался такой вот арахис. Ого! Там, значит, пока делаю 5 белого сахара и я потом добавлю коричневого. Ну, посмотрю, что здесь у меня с молоком. Так, ну давайте я пока доделаю вот то, что мне надо. Ну, а остальное все потом. Так, значит, давайте я посмотрю, что у меня тут вот. Варится. Что мне нужно тут сделать? Так, смотрите, у меня перец закончился, подсолнух, кунжут. Так, сколько? Давайте я его побольше сделаю. Вот так вот. Жут. Я 3 штучки сделаю и подсолнух 3 штучки. Так, что у меня еще из пола такое уже закончилось. Так, ух, у меня вот с пивом напряженка.
грибы. Что у тебя грибы и клубника сюда, наверное. Грибы и индиго. Клубнику я потом на ночь поставлю. Потому что виноград даже я. Так, что у нас таких? Ну, тут у меня почти все есть. Так, давайте все-таки морковку вот. Запас посеем. Так, и видели, у меня какао заканчивается. Как заканчивается? Уже ниже таких вот запасов, которые я держу. Ну и все. На этом я с вами на сегодня прощаюсь.